Привет всем! Узор называется шиповник. Так он красиво смотрится. Он как подходит как ажурный. Это лицевая сторона такими шишечками. А с изнанки он ровный. Но с этой стороны он интересный. Очень хорошо подойдет для летних футболок, маек. Очень симпатичный. Число петель в рапорте это кратно 4 плюс 2 кромочные. Каждый ряд начинать и заканчивать одной кромочной. Я набрала 18 петель, это получается 3 рапорта. Первый и третий ряд это изнаночные ряды, второй, четвертый это лицевая сторона. Итак, первую петлю кромочную я снимаю. Из одной петли следующей я вывязываю 3 петли, то есть одна лицевая. Далее перекидываю нитку наперед спицы, провязываю одну изнаночную с этой же. И с этой же я провязываю третью лицевую. То есть я с одной петли вывязала 3. Далее 3 лицевой вместе провязать. Далее снова 1 лицевая с одной петли, 1 изнаночная и 1 лицевая. Из 3 петель провязать 1. Итак, это уже второй у меня рапорт. И следующий. 1, 2, 3. 3 вместе. 3-й рапорт и 4-й. 1, 2, 3. Провязываю с одной петли, провязываю 1 лицевую, 1 изнаночную, 1 лицевую. Следующие 3 петли провязываю вместе 1 лицевой. Заканчиваю кромочной. 2-й и 4-й ряд провязываю изнаночными петлями. 2-й ряд изнаночные петли все. Все петли провязываю изнаночной. И 3-й ряд. Третий ряд повторяется, в принципе, как и первый, только единственное, где я набирала 3 петли из одной, я их провязываю 3 вместе изнаночной. Там, где я провязывала 3 вместе лицевой, я их провязываю из одной 3 вывязываю. 1 лицевая, 1 изнаночная и 1 лицевая. И снова 3 вместе провязываю изнаночной. Далее 1, 2, 3. 3 вместе изнаночной. Это в 3-м ряду. 1, 2, 3. 3 вместе изнаночной. И последний. С одной петли вывязать 3. И кромочная, и изнаночная. 4-й ряд. Все изнаночные петли.
Вот раппорт узора. Вот такие маленькие шишечки. Бок, вот так вот видно. Сейчас еще раз покажу. Еще раппорт провяжу. Первый ряд. И с одной петли. Вот я ее провязала в прошлом ряду, в третьем. Изнаночной 3 вместе. Здесь из нее вывязываю 3 петли. Следующие 3 петли провязываю лицевыми. Снова из одной 3. Следующие 3 вместе лицевой. Снова 1 из одной 3 вывязать. 3 вместе лицевой. 2, 3 и 3 вместе лицевой. И последняя изнаночная. Второй ряд. Все изнаночные петли. Третий ряд. Были вывязаны 3 петли из одной, я их провязываю вместе изнаночной. Далее вывязываю 3 петли из одной. Следующие 3 вместе изнаночной. И снова 3 вместе изнаночной. И с одной петли 3 петли, 3 петли вместе изнаночной, и последняя петля кромочной изнаночной. Четвертый ряд. Изнаночные петли. Узор запоминающийся быстро и очень интересный. Такие ажурные шишечки получаются. Вот так вот смотрится. В камеру не могу передать вот ровно, а вот когда боком смотришь, видны вот в таком вот формате. Здесь они видны как так вот. Связано у меня здесь 3 раппорта провязано, здесь 2. Кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, добавляйтесь в группу ВК. Всем пока-пока!